Приветствуем вас на канале семьи Савченко. Джинал, что ты делаешь? Я пишу тети Гали. У тети Гали сегодня день рождения, да? Да. Ну-ка, дай посмотрю, как ты нарисовала там. И дяди Иосифу, да, тоже сейчас нарисуешь? Молодец. Сегодня день рождения у Лёшиной сестры Гали и её мужа. Мы хотим поехать и поздравить их. Вот детки все подписаны. Вова, куда ты собрался? В школу. В школу? Покажи открытку. Ты кому написал там? Дяди Иосифу? Красивая открытка. Детки все постарались, кто написал имена, кто даже сделал, нарисовал какие-то рисунки. Но сначала мы хотим заехать в магазин и купить пару шариков. Мы приехали в магазин. Сегодня понедельник, 15 февраля. Сегодня день рождения у Гали с Иосифом. Это магазин Family Dollar. Вот заодно я прихватила вещички, которые мне нужно. Несколько подарочков, коробку конфет, шарики. И семья Савченко предлагает вам не только подготовленные видео, но и возможность распечатать в PDF-формате уроки английского, слова, песен с аккордами, уроки, игры на синтезаторе, рецепты. И это еще не все. Мы приготовили для вас еще больше подарок, предоставляя вам возможность скачать в MP3-формате все уроки английского языка, песни, музыку. И все это совершенно бесплатно. По вашему расположению, желанию и возможности, вы можете поддержать развитие нашего канала на сайте savchenkofamily.com/ru. Спасибо вам за ваше понимание, расположение и поддержку. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем наше путешествие. Выехали мы с Лёшиной компанией и теперь поворачиваем к Гале и Иосифу. Вот это их домик. Нас встречает собачка Келси. Сразу хочу сказать, что мы приехали сегодня незваными гостями. Это сюрприз. Мы хотели поздравить Галю с днем рождения и также увидеть дедушку и бабушку. День рождения Иосиф и Галя будут праздновать вечером. Поэтому сейчас нас никто не ждет, застолья никакого не будет. Мы просто зайдем и поздравим, и пообщаемся с бабушкой, с дедушкой и с Галей. Мы сейчас на прогулку сюда, на веранду. Дедушка собрался гулять. Пойдете гулять? Да, немножко, но... Правильно, надо погулять. Каждый день гуляет, дедушка. Девочки тоже с вами хотят гулять. Хорошо. А как ее зовут? Дженни. Как? Дженни. Дедушка давно уже не видел девочек и забыл, как их зовут. У нас один есть уже. Ну ничего, это нормально. Это Вика. Это? Да. Вика. Викочка старшая снимает это видео. Галя взяла дедушку на улицу, отвезла. А Дженнифер решила пойти гулять. Хочет и идти гулять, и сама боится. Но тут уже насмелилась. Тебе нравится Келси? It's not gonna bite you. It's not gonna bite you. Ты ее позови. Келси! Келси, иди скорей. Келси! Иди с Дженнифер. Дженнифер пойдет к дедушке, и ты иди тоже. Давай, Джен. Come here. Давай. Не упади. Slippery. Скользко тут. Дедушка вот гуляет на улице. Сидит он в инвалидном кресле, потому что ноги уже у него не такие сильные, чтобы его держать. Он перенес один инфаркт и 3 инсульта. Но дедушка не сдается. Он у нас такой очень... человек с сильной волей, хоть чем-то пытается помочь, вот так вот швабру или веник в руки, и хоть так вот помочь в своем состоянии. Чего, боишься ее, Дженнифер? Ты так по ноге постучи, она за тобой пойдет. Сейчас я принесу хлебушек тебе. Джинал, кто там? Дженнифер. Покажи. Дженнифер, he's hungry. Дженнифер кормит там Келси.
А ты что, не хочешь пойти погулять? Но Джинал тоже в одно время собралась, оделась и тоже пошла гулять. Но Дженнифер дедушке решила помочь. Они очень любят и дедушку, и бабушку. Всегда рады у них побывать в гостях. Это подарок. Привет, Дженнифер. Что ты ешь? Огурчики? Да. Вкусные у тети Гали огурчики. Да, у тети Гали всегда вкусные. Хорошо огурчики. Погуляла на улице. Особенно после улицы, так вообще все вкусно. То, что мы приехали неожиданно, а у тети Гали все равно оказался вкусненький тортик для нас, вот таких вот незваных гостей. И тортик, и вкусные конфеты, и безе ага. Тетя Галя спекла. Тетя Галя такие штучки сделала. Это да, называется безе. Красивый, но и очень вкусный. Жена, вкусный чай? Вкусный чай? Да. У бабушки тоже там. И дедушка уже погулял. А Дженнифер только опять собирается гулять. Ну, а мы решили все-таки начать открывать подарки. О, это тети Гали. Эти открытки американцы сами сделали, вот у которых мы были в гостях в воскресенье. Мага. Это дяде Иосифу. Иосифу мы подарили вот такой дезодорант Old Spice. Гале подарили хороший очень шампунь, который я знаю, что ей нравится. И вот такое вышитое ручной работы полотенце, на котором вышиты часы, очень похожи такие, как у них в доме стоят. Сейчас мы вернемся после короткой паузы. Окей, это тетя Галя. Кто-то вышел. Красиво. Не, я просто знаю, что ты любишь я... это такой хлопок. Ну, хлопок, да. Это от меня. Отлиточки с Лешей. Пока мы были у Гали, приехала машина и привезла вот такие красивые розы. Вначале мы не знали и никак не могли найти открытку, от кого это. Но потом мы нашли... И эти красивые розы прислал Гали ее брат с женой. Вот такие вот внимательные родственники, ну да, тут не снимешь, братья и сестры у Гали. Такую вот красоту ей прислали. Вот давай так и стой с ними, где-нибудь около шторки встань. Давай. Один, два, три. Вот и Галя сфотографировалась и с Дженнифер, и с Джанел, и с Викочкой, и со мной. Поздравляем Галю с днем рождения и Иосифа тоже. Попрощались мы и поехали домой. Поздравили Галю с днем рождения. Иосифа не было дома, он был на работе. Сейчас мы едем домой. Девочки погуляли с собачкой. Да, Джанал? Дженнифер, ты поиграла с Келси? А теперь Дженнифер хочет такую же собаку мохнатую, чтобы она у нас в зале жила. Джанал тут выкрикивает, что она всем почистила машины. Пока я записывала это видео, я увидела, что наши девочки не пристегнуты. Но я хочу успокоить наших всех друзей, которые смотрят это видео. Всегда, когда мы проезжаем чуть-чуть, буквально минуту-две, я проверяю, чтобы все детки были пристегнуты. Еще раз спрашиваю всех, и все, кто даже забыл, все пристегиваются обязательно. Спасибо, что были с нами. Приходите еще на наш канал, подписывайтесь и приглашайте ваших друзей. До скорых встреч!